чаще стоят, и огни на плече такой ночи маленькой ласковый взгляд, и огни на плече такой ночи маленькой ласковый взгляд. Ну ты попробуй. У деда таких вкусных нету. Нету. Вот давай сейчас тебе самые спелые найду. Они вот с той стороны в основном. Так, друзья мои, мы находимся уже третий раз в саду Чернобаева Леонида Дмитриевича. Вот, два фильма о нем я уже выставил в Ютубе. Так, попробуй. С помощью Андрея Денисенко. Товарищ немного заелся, он сказал, что у Железова вот таких вкусных нету. Есть, это я просто, чтобы твоего внука заинтриговать, ладно. Чтобы он попробовал, съел. На, держи, вкусный же, правда? Да. Так, Дмитрич, значит, слушай, спасибо за угощение, дай мне тоже, имей совесть. Сейчас, я буду сравнивать, у меня в этом году королевские шикарнейшие, с сахару прямо аж как это, аж кристаллизуется. Да? Таких никогда не было, а кто виноват? Погода. Шикарнейшая погода, ну, жара стоит. Это десертный. Ну так, среднего качества. Есть выше, но довольно кисладкий. Ну ты зажрался, ну вкуснее уж куда придумать-то. Как? Есть еще вкуснее. Вон там у меня, но он это по неделе через. А представь себе, каково зрителям, которые могут только видеть, но не попробовать. Я твой дом. А вот он. Итак, Дмитрич, теперь к делу. Угу. Слушай, рассказывай, значит. Ну вот, это абрикос десертный. Так. Как-то по весне мы его снимали, когда он цвел или когда только завязался, да? Угу. Был вопрос, сколько ведер, мол, здесь получится, если он даст плоды. Так. Ну, визуально, допустим, пару ведер мы уже сняли. А вот то, что валяется. А вот сколько висит. А это вот сегодня поспевшие нападали. С ноги. Ага, понятно. Я их сложил. Понял. Пока на эту сторону. Так, я тебе скажу, сколько тут ведер. Ну еще ведра 5-7. Они же еще укрупняться будут, которые еще висят. Тут а, же, да, вот, вон полузеленый еще. Вон таблетка вообще не зелень. Вот да. Западная часть. Ладно. Почему-то созревает лучше. Все понятно. Но он не самый роскошный. А пойдем дальше. Королевский перепривил его. Потому что это, у нас два королевских, один там. Угу, за которого я тебе обещал руки оборвать, потому что такую красоту взял и спилил почти до нуля. Ну, другое так, будет. Что готово... теперь будет? А вот это я не знаю сорта, он рыжий абрикос такой, мы его словно называем рыжим, который был сверхкрупноплодный, но он далеко не крупноплодный, он чуть-чуть крупнее вот этого. 37-46-10 мой. Этот, который ты сказал, что слаще вообще в жизни не ел. Слаще не бывает здесь. Он копия, как шикарный азиатский абрикос. Дело в чем, для меня он... Да, где-то, ну как сказать, из породы вот этих крупноплодных, угу. Но он не сверх. Угу. Его... Вот этот уже, это академик, он собирается у меня уже так, отойти. Так, ты скажи, где ты его взял вначале, я же люблю ну, хвастаться. Я же, ну понятное дело, что хвастаться это любитель, но факт то, что по весне я объяснял, у кого брал. Так, не все видели, и так. Косточки, то есть это черенки у тебя брал? Красавец. Красавец, конечно. Красавец, вот. Спору нет. Так, ну эти плоды что-то... Плоды мелкие грамм, в этом году. В этом что-то... году мелкие, грамм 60. Вон они, вон, лежат вот. Тоже. Да я их уже тоже пару ведер отдал. Потому что по сравнению с... Я не купаюсь надутым. Да? Да. Так, ну вот разглядели. Я их уже так, собрал. Теперь тоже, мне, дай-ка мне это один на зуб. Невкусные, я тебе сразу говорю. Ерунда. И мы решили его тоже убрать. Да это потому, что ты заелся. Нет, ну а зачем именно те, которые... Вот ты, землю... ты пойми, речь идет о том, что ты из лучших выбираешь. Нет, лучшее. Дай попробую. Землю это самое занимает, вот. Когда я на этом месте мог другую породу вывести. Это пресный такой какой-то, он даже удивительно. Он не пресный, он компотный. Раз. Да. Компоте лучше не бывает, согласен? Нет, не согласен. Вот тот рыжий. Вот тот не бывает лучше. Вообще, даже моя жена признала, что... Ладно. Даже мне теперь, говорит, персиков еще, не надо. Еще потому раз что говорю. Он вкуснее, чем персики. Еще раз говорю, Леня, ты зажирался. Да ну нахрен, как зажирался. Ой, ты слабовато. Выбирай раз. Да нет, это съемка же идет. Растение. Во-вторых, вот этот вот абрикос, это пока недоступно всей нашей науке. Так что ты уж сильно это... Ну как недоступно?
Челябинск предлагает саженцы этого абрикоса. Откуда они взяли? Угадай. Откуда они взяли его? Да хрен его знает тоже. Не, я знаю. Хочешь сказать, у тебя? 2000 черенков высыл. О, ну тогда понятное дело. 5 лет назад. Так что они по мини таких не было. Вот, у них они предлагают королевский и академик. Королевский, академик, это мое. Вот. Так, пошли дальше. Ну, пойдем. Тимофей, пойдем. Вот так, ну, знаешь что, давай сделаем так. Просто идем, сейчас у нас очень мало времени с ребенком. Яблоки, конечно. Я хочу как, про яблони я приеду, когда поспеют. Нет, они слабо вообще, их мало. Вот в том саду их много. Это у тебя кажется, что у тебя мало. Мало. Ну, в России такого не снилось. Груша. Вот это болеет. Помнишь, это по весне? Это болеет, это она, по-моему, та, которая это. Вот это, наверное, сдохнет. И три дерева у меня. Ну, это там у тебя. Груш дерьмовый, там плита какая-то лежит. Ясно. Я так у тебя еще, по-моему, зубы были мышины. И мыши. Это груша. Ну, наверное, помнишь. Я ее полностью перебил. Я боюсь, что. Смотри. Я каждая вижу. Веточка, вот она вся перебитая. Если такая, то у меня тоже она несъедобная. А это не совсем, как сказать, громадная, красивая. Так, давай грудь. Так, мы про семечки культуры будем говорить, когда созреют. Ага. Пока вот. Общая панорама. Ну, хочешь виноград глянуть? Как? Чтобы был пример. Константинович, ну, виноград, виноград это не мое. Доносит, это в Сибири. Правда, это он еще не созревший, но можешь отснять. Смотри. Вижу, ну еще впереди поллета. Глянь, что делается. Видю. Это сорт Зилля, вкуснейший, сладкий до приторности. Думаю, с него бочонок вина выдавим. Ладно. Его порядком у меня здесь 4 сорта всего. Тимош, ты что, своими абрикосами наесться не мог? У нас же все сорта одинаковые с это, Дмитриевичем. Скажи, здесь вкуснее, правда? Пойдем. Ага, вот тот там же принцип, да? Дойдем. Тот же принцип. Угу. Раз не мое, значит вкусней. Так, ладно. Вот заилийское, да? Яблоня. Мы все это будем и снимать, вот, когда посозреет. Миниатюрка заилийская. Решил в этом году плоды не сдирать, ну пусть мучается, пусть ну, она конечно, компактная. Конечно, не надо сдирать. А вот это вот два дерева. Ой, лучше, не, дел, лучше не показывать. Нет. Ты у нас носишь лист... звание волшебника, художника. Не-не-не, лист пожелтел. Ну, вижу, что это второс, типа того, да? Давай пробовать. Чего только не делал. Видишь, тут даже трава гигантская растет. Вкусняшка. Загинался. В прошлом году он дал прекрасные плоды. И знаешь, это квинта, который. Ну, великолепные плоды. Ну и что? Я, слава богу, от него отчеренковал, да это самое попривил. Новые саженцы. А здесь стал ломиком пробивать. Вот, на такой глубине. Вот, по кругу стучал. Везде там как плита лежит, типа бетонной. Возможно, корни замокли и кирдык настал. Или замерзли, раз плита не пустила. Вот то же самое. И вот третье там дерево. Да. Буду весной котлован рыть. У тебя еще квинти есть? Я сейчас есть. По последним данным, это все-таки США, Америка. Великолепнейший сорт летний. Такой, ну, еще красивый... ты мне будешь говорить, я с Украины его привез. Его как будто не было. Я его и привез. А вот это та самая груша, которая по ошибке получилась место. Тимоша, не уходи далеко. Тимофей, пойдем, потом дойдем. Там вишня очень вкусная есть, такая, которой у деда нету. Вот это гигантских размеров груша. Я тебе весной, осенью давал. Да, это знаю. И так никто не знает сорта. И Филипп его давал на определение. Хранится великолепно. Вкусные. Но самое интересное, у нас весна была все-таки дерьмоватая. Все это цвело изобильнейшим образом. Вот смотри, что я хотел иметь. Это вот эта груша Star Crimson. И думал, будет урожай страшный. И завязалось немеренной. Миллионы этих груш потом посыпались. Потому что пчелы не летали. Не опылились. Понятно. Ну, на этой вот немножко есть, как сказать, немножко. Мой Star Crimson замерз. Хорошо, что у нас он сады дубль. Он прекрасно себя чувствует. Мой Star Crimson замерз. А это лютневая у меня. В свое время. Хорошо, что у нас сады дублеры. И вот что могу сказать. У меня в земле щелочь. Не знаю, надо как-то это самое закислить ее. Я делал эксперимент. Набрал пробы, где желтеют деревья с грунта. Разболтал водички, капнул уксуса. Шипит. Знаешь, как лимонад забурлил. Вот, надо как-то
побольше перевели. У тебя грунт-то, у тебя же грунт искусственный, привозной? Да привозной, частично местный. Вот глинистый, белесый такой, знаешь, вот прям типа белой глины. Ага. Вот эта груша тоже перепривита. Это, также. Ну ты вовремя это сделал. Я внизу. Это с этой грушей мы оба прокололись. Вот. Она красивая, гигантская, но полусъедобная. Так, ты говорил, моей венгерки полно. Где она? О, сейчас посмотришь. А твою Нику хочешь посмотреть? Заходи. Ну, еще бы. Я тут газон в этом году. Ну, я потом же по мере спелости еще к тебе буду приезжать. Смотри. Че она так листья-то скручивает? А вот листья почему-то каждый год раз... Сначала нормальные, а потом скручиваются. А у меня такого нет. Не могу понять, что это. Это у меня Ника один, а у меня еще есть Ника два, она еще шикарнее. Пошли там венгерку увидишь. Ладно, получается, мы пока никого не удивим. Очень трудно разглядеть. Большой урожай, но его почти не видно. Ну, венгерка. Так, ну это моя королева сада. Это сувенир Востока. Уж я-то узнаю. Константинович, вот это деревце в прошлом году привил, да? Это черносливом привил. А вот то, что ты говорил, гигантские, я тоже на него сунул. А чернослив даже один вон завязался. А, ну уже хорошо. Ну на следующий год будет уже урожай. Ладно. Два года и нет проблем. У меня чернослив так пошел, плохо пошел на сливе. Ага. Удивительное дело, настолько слабый на урожай, на абрикосе. Красота, не ожидал. Сам других отговариваю. Ну. Если персики снять, вон тот туда. Этот неукрывной был, но тоже плоды есть. Вон они. Но маловато. Маловато. Вот зато сюда зайдем. Ну, все испортим, нам же еще через месяц ходить тут. Смотри. Да это в августе, в конце августа будет поспевать. Да. Здесь много их. Ну, под листьями не очень. Актинидия у меня в этом году завязалась. Ну, актинидия для меня пустой звук, так что зря показываешь. Я ее еще даже не пробовал, я что сейчас... она вообще за зверь. Вон, смотри, какая красавица. Вижу. Актинидия коломик-то это. Аргута здесь у нас не растет, потому что... Ага, ну, ладно, может, людям будет интересно. Когда-то типа начнут атаковать уже тебя. Вот персик. Как суперспециалиста, потому что... Проходи, а вот венгерка. Сейчас. Обойду вот эту вот. Скромные. Скажи, вот сколько ему лет? Как они растут мощно, персики, да? Ой, сколько лет? Смотри. Наверное, не больше пяти, наверное. Не, можешь сам посчитать. Вот первичная обрезка. Раз. Вот вторичная. Два. Вот это три. Вот четвертый год. Четвертый год. Да. А впечатление, что намного старше. Ой, они это очень быстро растут. Просто быстро. О, пожалуйста, твоя венгерка. Смотри, так. Сколько плодов. И вон венгерка тоже, глянь, там еще больше. Да это я вижу, только меня умоляют. Давай на сегодня закончим. Да, вот когда почему? Поспеют, они цветут. Да, так интереснее будет. Глянь. Все, сейчас, вон еще венгерка. Смотри. Да что это такое? Усыпано. Вот. А вкусные какие. Это же это у яблони. То есть это слива моего детства. Так, и теперь... Хрустящий вкус. Теперь у меня к тебе вопрос. Вот тот самый, который сверхкрупноплодный, да? Ну, который на самом деле... Вот. Завязи было немерено. Посыпались уже довольно-таки крупные. Ага. Ведра так, упало теперь сразу, так, ты хвалишь вкус, да? Великолепный. Мои еще зеленые, давай твое снимай, какой поспелей. А здесь нету, через недели две только поспеет. А, вот еще не поспел? Не, бесполезно, вчера тотарау был у меня. Попробовали найти какую-то, бесполезно. Она, ну хорошо, короче, смотри. Да, на бирке, когда я его доставал для нас, ну. Было написано, и сейчас написано, сверхкрупноплодный, 6 цифр. Ну, будем считать его просто крупноплодным назовем. Он чуть-чуть крупнее десерт. Просто. Чуть-чуть. А сверх, это, видимо, фантазия автора, для которого вот этот самый, они где-то грамм 50 вот эти. Да. Ну, вот. Слава это... богу, с полведра если будет, да? Но это... Он что-то у тебя действительно не пошел. Это с землей не в этом году. Не, ну в принципе их в прошлом году сыпался. Их вот тут смотри. Много, смотри. На ведра два наберешь. Не, меньше. Вот в таком уже формате, вот такой величины, посыпался. Я что, его что ему надо? Разрывал. Косточка есть. Косточку разбиваю, в косточке зерно нормальное. Что-то с землей, грунт, наверное, дерьмовый. Ну, я когда-то сказал, что грунт привозной, мне сразу стало плохо. Потому что я, ну как бы сказать, вот. Те же самые культуры, вот у дочки с зятем. А это что за зеленое? Это тоже брал у Филиппьева. То есть мы менялись. Саженец я ему мраморную отдавал грушу. У а он вот это. Название условное. Как оно называется? Он не знает его. Тоже случайно у кого-то взял. Это абрикос.
очень поздно осенью созревает, и поспевший с дерева не падает, пока даже чуть не сгниет на корню. Все понятно, но надо будет распробовать. Ты вкусный. Позовешь меня на дегустацию? Он чуть-чуть хуже вот этого. То есть по вкусу похож на этот, такая же оранжевая мякоть яркая, ага. Но кожа у этого кислит. А у этого бесполезно, он переработки, ну чудо. Ну, ты его так расхвалил, ладно. А я тебе... Хочешь, у меня компот... Я не буду возмущаться, раз веточка от меня. А это скороспелка мичуринская. Ой, какая прелесть. Слушай, ну все, давай завязывать с этим. Что мы будем показывать осенью? Ну, не знаю. А это недели через 2-3 может уже поспеть. А, вишня могла поспеть. Пошли еще вишни. Одну вишню я уже сдал. Где моя, где не моя? Вот твоя. Хороша. Это жуковская. Я даже до сих пор не знаю. Вчера зато я знаю. У тебя это... теплее, у меня она еще только начинает краснеть. У тебя явно теплее. Ну-ка, на, хороша, на. хороша. Ну, она кислит немножко. Она, хорошо. Ну, почти как южная. То есть, чуть-чуть все-таки мельче, чем вот самая южная, самая огромная я видел в этом, в Минводах. Ну, вот. А это все-таки немного уступает.